Без водоснабжения 276 человек. Жителям 5 многоквартирных домов подвоз питьевой воды не обеспечен. В поселке Рембуево все еще в режим ЧС. Виной тому участок водовода длиной почти 2 километра. Он промерз и вышел из строя. Проблема возникает уже несколько месяцев. Сети ветхие, идут над землей. И низкие температуры оборачиваются авариями. Очередная случилась 8 января. Подвоз воды для технических нужд в поселок есть. Доставку питьевой должны обеспечить администрация района. Там, кстати, заверили, что участок водовода будет восстановлен в течение суток. Свою проверку начала и областная прокуратура. В связи с непринятием мер по надлежащему водоснабжению, главе муниципального образования Холмогорский муниципальный район внесено представление об устранении нарушений законодательства. В суд направлено заявление о признании бездействия этого муниципального образования незаконным и обязание организовать надлежащее водоснабжение. Комплексный вариант решения проблемы – прокладка водовода под землей. На эти цели в конце прошлого года из резервного фонда правительства региона выделено больше 2 миллионов рублей. Столько же добавил муниципалитет. Подрядчик найден, с его слов, работы займут примерно месяц.